Міністрів подав до парламенту перелік державних об'єктів на часткову приватизацію. Серед них «Укрзалізниця», «Укрпошта», «Нафтогаз України», «Магістральні газопроводи України», «Укрнафта» та інші. Контрольний пакет акцій цих підприємств належатиме і надалі державі. Окрім того, фонд держмайна планує провести приватизацію 500 підприємств, серед яких Одеський припортовий завод та Центренерго. Проект держбюджету на 2020 рік передбачає 6 мільярдів гривень надходжень від великої та стільки ж від малої приватизації. Можна я навіть не знаю, як це коментувати. У мене цензурних слів просто немає. Кроме сміху, у людей, які знають економіку України, кроме сміху, знаєте, саркастичного і, може бути, сміху та чаяння. Ну, щоб не плакати, то краще вже сміятися, так? Это не программа приватизации, это программа прихватизации. Они немного слова попутали в этой программе, понимаете, да? Поверьте мне, 6 миллиардов гривен – это цена где-то, ну, скажем так, я не ошибусь, если я вам назову, что это где-то третья часть стоимости от только одного одесского припортового завода. Поняли, да? Это реальная третья часть стоимости одного припортового завода одесского. Кстати, директором, на которого назначили вот недавно человека, который до этого был директором ресторана «Два гуся». Ну, это, говорится, и само назначение, и название ресторана, я думаю, очень лаконично отражает сущность происходящего в Украине. Понимаете, да? То есть на должность, где должен быть человек, который должен быть хорошим экономистом, это одно, а человек должен знать хорошо производство, и сам процесс именно производственный, понимаете, да, назначает человека, который полный дилетант. Тот, который коммерсант и знает, как, где, как на спекулятивных операциях заработать и украсть. Поняли, да? Вот что происходит сегодня в стране. Поэтому это не приватизация, это попытка по-быстрому распихать по карманам за даром самую ликвидную и самую доходную часть государственной собственности, которая еще осталась. Вот это коротко, если так вы хотите знать. Дякую, пане Руслан. А если оценивать вообще, вот реально, вы же помните, реально цена этих объектов, она исчисляется, ну, как минимум в сотни миллиардов долларов. Вот это все, что вы назвали, даже только то, что назвали, это уже где-то под сотни миллиардов долларов. Ну, и если теперь задайте вопрос людям и всем, подождите, а кто продает объекты во время войны, во время разрухи и так далее? Сколько стоит золото в стране, где идет разруха и так далее? Да ничего. За золотой кулончик вы можете выменять буханку хлеба. Но разве это эквивалентный обмен? Нет. Дякую. Но в стране, в которой идет война и разруха, ну, конечно, цена объекта будет в десятки раз занижена от ее реальной стоимости. Пане Руслане, а от з вашої точки зору, чи доцільно продавати державі саме природні монополії, там «Укрзалізниця», «Центренерго», ну, тобто це такі об'єкти, чи як? Бюджетообразуючі, це нелогічно. Це не природне, це просто монополії. От, і чому раніше цього не робили, а зараз просто в якомусь дійсно турборежимі намагаються все продати? Смотрите, Дмитрий, тут сразу в вашем вопросе несколько составляющих. Первое. Что такое приватизация? Приватизация – это должна быть часть стратегической программы правительства хотя бы лет на 10. Они просто так вот сели, почесали, решили продать предприятие. Второе. Надо четко понимать, какая доля государства в нашем случае должна быть у госмонополии. Ну, возьмем, скажем, цифры. Да? Давайте поработаем не с эмоциями, а с цифрами. Доля государства в структуре экономики Украины сейчас порядка 13%. Польша, Федеративная Республика Германия, где-то 20-25%. США 25%. Франция порядка 57%. Франция, на секундочку, это шестая экономика в мире сейчас. То есть говорить о том, что если государство владеет монополиями, то это равняется неэффективный собственник, это манипуляция. Расскажите другое французам. Дело, что цена, да, то есть вот Анатолий Владимирович говорил, там припортовый завод, мне кажется, что это где-то, ну, две трети цены только одного Центренерго.
ну, с припортовым заводом там масса историй непонятных, там долги до сих пор остались, то все. Долги это искусственные. Да, а Центрэнерго, ну так, более-менее живое предприятие, но даже оно при нормальном раскладе минимум стоит одно, 5 миллиардов. Да, правильно. Следующий момент, это то, стоит ли запускать инвесторов, скажем, давать им возможность владеть акциями, стоит, но в первую очередь должен быть национальный инвестор. Потому что если мы вспомним скандал вокруг Укрзалезничей Deutsche Bank, то мы выяснили, что даже в Германии национальная железная дорога является убыточной, дотационной. Она получает, сколько там, 16 миллиардов евро, Анатолий Владимирович, да, дотации? 10 из федерального бюджета, еще 6 из местных. До речи, прекрасный бизнес. Взяли в концессию украинскую железницу и из бюджета Украины еще смотрите, вымогают какой, дотации, да, смотрите, миллиарды гривен. Дмитрий, по-моему, суперэффективно. Вам смотрите, какой финт ушами здесь происходит. То есть мы берем грузовые перевозки, которые являются рентабельными, да, забираем их в концессию и получаем с этого прибыль. А украинские перевозки, да, пассажирские, которые являются абсолютно нерентабельными, зарплаты, ну, как бы тем, кто руководит, ну, это отдельно, и кто работает на Укрзалізниці, подвижной состав, мы оставляем на Украину. Да? Смотрите, какой хитрый ход. То есть нужна ли такая приватизация? На мой субъективный взгляд, нет. То есть приватизацию надо вводить мораторий, разобраться, выработать стратегию. То есть приватизация должна быть частью составляющей экономического роста, а не, как говорит Анатолий Владимирович, прихватизации. В этом, ну, как бы, на мой взгляд, стратегическая разница между той концепцией, которую пытается реализовать кабинет министров Гончарука, и тем, о чем говорят профильные специалисты.